защитить тебя. Ничего, за меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. Так. Это не этот, не Инет, а Твич, походу, упал. Коннект до Твича. Слушай, Инет у меня не падал, если что. Так, ну вроде Твич переподключился. Напишите, если не работает. F5 я сейчас в чате напишу, чтобы люди прожали. Другие стримеры все окей, фиксы чемал. Ну, у меня даже чат не отключался, если что. Я видел все ваши сообщения. Так что... Так, ну мне придется грузить сейв, да? Потому что там был ролик сюжетный. Как в Интерстелларе. Короче... Там она записывала ролик для своей дочки, где она поздравляла ее с 40 чем-то летием, как батю. Пум-пум, пропуск кадров. Ну вот 30 кадров потерялось, и все. Типа вроде стрим идет, да? Сейчас я зачекаю дашборды. Где-то слышал, что Абстерг и Assassin's Creed и Watch Dogs это на вселенной якобы не существовало в одно время с одним сеттингом. Сомневаюсь. 14 вроде, ну зашибись, окей, тогда. Не знаю, просто упал коннект до Твича. Бывает. Так, смотреть данные самописца. Очень раздражают такие падения стримов, просто выбивают из колеи. Добавлено. Личное сообщение. Да, вот то самое это сообщение. Для моей дочки. От Эллен Рипли. Записываю это для тебя, моя девочка. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Только тут наоборот получается, записывает корабль. Мамка. Нелепая случайность, и к нам... Нелепая случайность. Проникло очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Уничтожить? Я жива. Сижу в спасательной капсуле, очень далеко от дома. Мы взорвали Настрому. И сейчас мы будем искать эту спасательную капсулу. Нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. Откуда она знала, что вообще дочка найдет эту запись? Так, сообщение закончено. Надписью «Ты пидор». О, господи. О, боже. И чё, всё? Она сейчас блеванет? Так, о, помните эту тёлочку? Это она, что ли, была, лол? Ты понимаешь? И он убьет её? Не, он даже её отсосать не заставил, да? Я перегружу термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. Да похер вообще. Ага. Так. Я как бы не против. Давайте без этого. О, давайте без этого. Марлоу, подожди. Ты слышала свою мать. Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела... Мамка-то в капсуле тусуется. Нормально вообще. Господи, слишком поздно. Он запустил процесс. Да. Дейлон, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите.
идите вон к той консоли. Так, идем к консоли. Надеюсь, что это PS4. Надеюсь, что это PS4. А не Xbox One. Там должны быть три буквы. A, U, X. Хуй. Надеюсь, там будут буквы на самом деле. Нашла, нашла. Так, отключить систему реактора. Взломать терминал. Недоступно пока что. Не, что-то сейчас, мне кажется, она как бы на атомы расплющится. А ее можно теперь убить? Да, видимо, нет. Так, чего? Может, мне что-то сделать надо? Я хз. А, зарядить запасной реактор. Хорошо. Так, зарядили запасной реактор. Хорошо. Хотя я бы подождал и получил бы альтернативную концовку. Нашли? Где просто станция взрывается и все счастливы. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Так, взломать терминал. Хорошо, взламываем терминал. Может, конечно, если подождать пару минут, то реально станция взрывается. И никакого чужого больше не будет. Так. Но, видимо, это гейм-овер все-таки. Ну, блин, разработчики такие ленивые скоты, да? Могли бы сделать концовку альтернативно. С пасхалкой. Ууу, пидоры. Где просто станция взрывается и все. Станция взрывается, чужого больше не будет, да? Да. Почему бы и нет? Хорошо. Вы молодец. Вы молодец. Нашли? Типа я не успел вовремя взломать. Есть, Тейлор, говорю вам. Так, взломать терминал, значит, да, да, да. А, палка. Бля, сложно. Как же сложно. Так, хорошо. А, что дальше-то? Отключить реле. Хорошо, давайте отключаем. Так все просто. И все. В итоге все все испортили две бабы, как обычно. И сейчас приходит чужой и убивает ее. Что дальше-то? Сейчас рванет! Еее! Все? Можно взрывать? Давайте спрячемся в холодильник. Спастись. Ладно, хорошо. Я как бы не против. До свидания. И сейчас еще и чужой будет вылазить в эти моменты, да? Вот эта пушка вообще будет. Критическая ошибка. Сейчас портал Ксена откроется. Да, это будет Black Mesa. Хотя в самой Black Mesa еще Ксен не завезли. Так, бежим. Так, катсцена какая-то. Так. И чё в итоге? Чего они добились-то? В итоге все равно все взрывается, но сам реактор, видимо, не взорвется. Из-за того, что две телочки не захотели умирать. Так, на всякий случай огнемет в руки возьму. Все? Мы спаслись. Так. Что за страшная музыка? А, мы, наверное, просто уедем с этой станции, да, я так понимаю? Обратно на свою. Ясно. Да, да. Она даже не пыталась спасти эту очкастую тёлку. Да, скукота, конечно. А в итоге умрут, не взорвав чужих. Да, скорее всего. Обычный взрыв, наверное, будет, и все. Вместо термоядерного ядерного.
Рикардо. Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро... Еще хуже сделали. Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Связаться с Торренсом. Спустя 300 лет найдут чужого в стадии, скоро этого там все чертов губ запиской. Ты и пидор! Эти твари научились спрятаться даже там. У вас с правого борта взорвался корабль. Кто это вообще с нами говорит? Ну да, очередной корабль, который просто будет распространять заразу, да? Так, используем урода. Я даже не понимаю, с кем я разговариваю по этому интеркому местному. Кто со мной связался? Какой-то корабль, на котором я должен улететь, видимо. Ты. Огнемет, на всякий случай. Кстати, сейва не было, да, до сих пор? Сейчас, если я опять я подохну, то... Будет момент 200 лет назад, который... Происходило. Так, использовать ионный резак. Замечательно. Использовать рычаг. Вниз. Ага. Добро пожаловать. О, нет, сейчас опять андроиды будут. Так, открыть щит. Пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался... С пушками! Что им нужно? Торренс, они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные. Так, значит, люди, да, будут? Ага, да-да-да-да, все, вижу. Вижу. Ты живой, что ли? Нет. Бедный чувак помер. Ну, не чувак, андроид. Так. Блин, жалко, здесь нет стелс-скиллов прям таких. Хотя, вроде есть. Сейчас попробуем. Здорово. Нормально, она просто встала. Так. Где ты, пидор? Застрели меня. Эх, 228 огнемет. Наверное, кстати, против людей тоже довольно эффективен. Огнемет. Так, патрон для дробовика. Бля, серьезно. Почему в этой игре так мало чекпоинтов? И сейвов. Севастополь, вы слышите? Какой неверный код! Бля, какая срань. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Так. Патроны жалко, потому что эти пидоры бронированные. С шлемами ходят. Так, теперь пилите это говно. Ну да, да, конечно. Пилите. Видим тоже, вот это сделали как бы геймплейной фичей. Видим, чтоб на сосочках народ радовался, что они у них есть на геймпаде. На клаве это вообще не интересно. Добро пожаловать в Сиксон Телеком. Пожалуйста, так, где-то здесь я патроны находил. Здесь патроны лежали, по-моему. Так, чувачок лежит мертвый. Да. У нас проблемы. Пришли парни из Сиксоновской службы. Забираем. Безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Забираем. Они слышали сообщение. Здесь что? Связаться с капитаном. Нихера. А потом наверняка угнать корабль. А смогут? Внешней связи-то нет. Тут вроде куча таких дебильных чекпоинтов. Их тут нет, как бы, вообще. Их тут нет. Правильнее будет так сказать.
А я ведь не чувствую чекпоинтов. Их у тебя нет. Их у тебя нет. Так. Чем одного петуха я убил стелсом? Так, тут мы можем обойти. Я помню, здесь от андроидов бегал в начале игры. В этом моменте. Да, сквозь это говно. Здорово. Все? Дэнс, дэнс. Замечательно, замечательно. Привет, Патогеныч. Какой-нибудь смешной трек врубить, и рофлить можно сидеть. Ему весело. Да, когда выпил блейзухи с пивасом, и мне норм как бы такой. Так, а чё, меня сюда не пускают уже? Серьезно? Да, меня не пускают сюда, прикиньте, чуваки. В эту херню. Кнопка ей не появляется. Пшёл нахер. Так. Fallout Boys Dance Dance. Я как бы не хочу по новому просто проходить этот момент, поэтому... Похер на патроны уже. Серьезно. Так, патроны для дробаша. Так, чего? Что там шумит? Не, этому как бы норм. Он все еще пытается что-то найти. Там выход закрыть, где вылезать надо. Ну и что? Ну так пустите меня туда. Зачем мне закрывать туда доступ? Это нечестно. Так, чё за какие-то постоянные звуки, шумы, блин. Кряхтит все постоянно. Я, конечно, понимаю, что станция разваливается, горит и все такое, но... Давайте аптечку сожрем. Сделаем новую. И что еще? СВУ. Взрывное говно. Ты чужой из-за щели смотрит, да, и говорит, ты что, ебанутый, ты что там делаешь? Так, Пека. Все, может ничего нет? По ушам бьет. Я просто хочу, чтобы мы объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Даллас, капитан Настрова, конец связи. Тик. А, бля, как у меня увидел? Я только зашел в комнату. Вот уебок. Вот сейчас он меня может увидеть, как бы, ну то есть это норма. Через стекло, да ё. Помните, кто-то говорил про умный AI? То есть чуваки просто стреляют и уходят. Делают один выстрел и идут дальше по своим делам. Им как бы норм. Что это вот сейчас было? Один выстрел и пошел дальше, и это тоже выстрел и пошел дальше. Или они не в меня стреляли? Здорово, петух. Пошел вон. Так. Я слышу пиликолку. Где-то сейф рядом. Должен быть. Похер. Да-да, им явно, вот им точно похер на все, что происходит рядом. Как говорится, I don't give a fuck. Так, Севастолинк. Замок отключен. Хьюз, я поставил механический замок на дверь, которая ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит, и я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Шеф,
Наш манифест не хочу. Завтра вместе тоже не хочу. Мэри, надеюсь, ты это услышишь. Так. Я решил добраться до открыли тебя. Дверь какую-то. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Пам-пам. Бойся. Я вернусь. Я не оставлю вас в городе. Пам-пам-пам. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 60%. И верните Севастополь Украине. Не, вот ты свой Севастополь возвращай, я не хочу. Считаю, все честно было. Я не хочу возвращать свой кусок Севастополя обратно. Каппа. Так. Темно стало. Блин, а где сейф-то? Я только что засейвился, да? Я что-то уже... Это как самое... Ватник. Я же специально капу сказал. Так. Смотрите, и внезапно другой музон активировался. Все. Типа тут ничего не горит. Тут нет звуков металла. Да, знаете почему? Потому что, видимо, появился чужой. Огнемет 228. Ты. Стикс. Вычислили с фикса по Крыму. Я пошутил. Чего вы сразу? Сразу, блин. Записали меня. Так. Это тот самый этот? Как его зовут? Рикардо? Ты цел? Здорово. Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Найти обсерваторию Севастополя, значит, да? Блин, а кажется, что нихера, короче, не вернул, не взорвалось там, точнее, на том корабле, и Марлоу сейчас вернется. Пошутил, значит, ты хочешь вернуть его Ультимера. Да-да, лучше вообще никак не комментировать этот вопрос. Скажешь одно, запишут в один лагерь. Скажешь другое, запишут в другой. Вот опять закрытое, кстати, говно тоже. Не открывается. Так, ну-ка, а что здесь? Так, сундук. Лутбоксы! Бесплатные лутбоксы! Хорошая игра, да? Пам-пам. Па-ры-рым. Блин, прикинь, открываешь, и там приезжает, короче, лица хват и убивает к тебе. Это было бы обидно. Опять, кстати, сейф где-то там был. Да, 40% хорошо. Вот, вот этот выход был, мы могли оттуда пройти. Так. А почему мы ждем лифт? Может, что-то сейчас произойдет? Там записка, ты пидор. Либо записка, да, какая-нибудь смешная. Не знаешь, зачем нам мост в Крым? Ну, нам не зачем, а им зачем-то тем людям нужны, которые ездят в Крым, видимо. Я не езжу в Крым, так что мне не нужен. Поездки на лифтах. Увлекательные с Mass Effect. Так, давайте возьмем карту. Лучше в тебе квартиру в Москве построили. Так строить негде, наверное, уже. Строить-то уже негде. Че, вон Рэндалл, что ли, выгнать откуда-то из дома? Чтоб тебе квартиру отдать. Разве что. Москвичей всех этих. Так, опять люди, да? Кое слухи, что там херовый сервис. Я думаю, там сервис примерно такой же, как и везде. Где русскоговорящие люди что-то делают. Примерно. Думаешь, мы тут в безопасности? Не похоже. Тэкс. Недавно в центре завод москвича снесли. Который москвичи делали машины, типа.
Я думал, уж давно это говно не делают. Так, строят новый район. Ну, они сейчас, по-моему, не новый район строят, а просто присоединяют. Подмосковье к Москве и все. Все шире и шире территория становится в итоге. И вы можете стать москвичом совершенно не обязательно покупая квартиру в Москве, например. Какой-нибудь Подмосковье купил, глядишь, так лет через 5 станешь москвичом. Изи вообще. Там купил, не знаю, за 7 лямов квартиру, а она стала за 20, например. Опять что-то присоединяют. Видимо, да, видимо, это у нас в крови. Так, ты кто? Непонятно, кто это. Просто такой пилот, походу. Так, чё покрафтить-то? На СВУ не хватает. А этими мину создадим. Создать. Все равно новая Москва, а не Москва. Охерели. Подмосковные эти. О, смотрите, триггерят. У коренных москвичей. Не просто так про вас говорят. Так, что мне нужно здесь делать? Залезть. Полезли. Новая Москва, новые москвичи. Так может они лучше? Знаешь, все, что новое, оно лучше, говорят же, да? Все, что новее. Так, какая-то записка, смотрите. Может быть, это та самая легендарная записка, на которой написано «Ты пидор»? Нет. К сожалению, ее не взять, не рассмотреть. Так, так чего? Чего я сюда залез-то? А, вот пека, включить наблюдение. Перемещение, как на экране нажать Enter подтверждение. Чего? Бля, чё от меня хотят? Бля, чуваки, я не понимаю. Сложно. Что? Что? Мне надо одновременно все кнопки держать? У меня столько пальцев нет на клаве. Блять, что? А, надо вовремя, видимо, тайминг поймать. Было прямо она мигала. Что нужно сделать, чтобы получить топовый ноут и 2 Моника в подарок? Не знаю, без понятия вообще. Наверное, стать женщиной и пососать чей-то член? Нет? Ну, хотя можно не обязательно быть женщиной, как бы. Перемещение, выравнивание, пристыковки, нажать Enter, пуск. Блядь. Чего? Что это такое? Пиздец. Начать сканирование космоса. Ебать. Ну, сосать обязалово, да, да, сосать обязалово. Of course. Блять, что? Что от меня хотеть, игра? Пиздец. Тут еще перевод кривой косой. Ебать. Так, хорошо. Блять, чьи мыши, короче, вертится. Кому сосед АДС приз? Ну, это уж тебе самому надо поработать. Так, стыковка произошла, да, хорошо. Надо было его прям поймать тоже по таймингу. Просто шок какой-то. Кто это придумал вообще? Ты не упадешь, когда нужно? Да ладно, чего уж. Всегда можно попасть. Так. Что дальше? Еще что-то нужно сделать? Начать сканирование космоса. Опять! Пиздос. Пиздос. Попал вроде как. Рикардо, я их нашла. Кого нашла? Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс.
А, связь? Ясно. Иду наружу. Иду наружу? Мы будем летать в космосе, вести координаты Торренса. Так, все? Выходить отсюда? Походу, да. Залезть. Мы полезли. Пам-парам-парам. Пам-парам-парам. Да, надо ливать отсюда. Блин, тут же чувачки, да, еще остались. Да. Чувачки остались. О, есть. Есть. Да, есть. Так. Блин, где-то сейф пиликает. Где? Я бы засейвился сейчас, конечно. Потому что по новой калибровать это говно вообще не хочется. Ладно, поехали. КЗ, где сейф? Надеюсь, что рядом где-то. А, ты хотел Стеббинс ему свой адрес кинуть? Чтобы он у тебя отсосал? И ты ему подогнал бы ноут и Моник? Сейчас веселье будет, но я подозреваю, будет как в Prey. Сейчас мы будем в космосе летать. Да, вот, вот и сейф, собственно говоря. Учитывая, что я вижу скафандр. Не совсем, а что ты хотел тогда ему скинуть? Да, скафандр. За один Моник ты бы не отсосал. А со сколько бы отсосал? Просто так бы отсосал? За Моник, за шквар, да, просто так можно, да? Смешно. Шутки. Так, ну да, выход в открытый космос, походу. Угу. Так. Вот Секьюритрон тоже уважает. Тоже бы отсосался один Моник. Выходи быстро. Тут такое будет, когда станция начнет падать. Да иду, иду. Так. Что-то кряхтит все. Так. Это у нас отсос, два монитора, она у ноутбука монитор. Сервис по улучшению качества стриминга. Предоставляют второй монитор. Хороший микрофон. Может же игра, если хочет. Так чё может? Просто симулятор прогулки теперь сейчас. Это реально как в этом, блин. Как в Prey тоже. Вот эти космические уровни самые говно в игре. Ну, идем вперед, чё. Я думаю, Харви Вайнштейн гордился бы таким сервисом, предоставлению. Школа стример, by the way, да, да. С у меня-то духоты будет, насколько ты помнишь. Замечательно, замечательно. Учитывая, что... Что... Вроде как близимся более-менее к концовке игры. Ну, наверное, часа через 4, в лучшем случае. Через 5. Куда еще больше-то духоты? Так говоришь, будто каждый день по открытому космосу ходишь. Да! Это запоминается, знаете, сильнее, чем что-то. Компьютер? Где компьютер-то? Я как бы... Компьютер, хорошо. Красиво? Ну, не знаю, что красиво. Что, я станции, что ли, не видел? Не знаю, что красиво. Я вот на днях, короче, пиво сидел, пил. Что-то пил, короче, а потом не мог уснуть, встал, запустил Destiny. Знаете, чуваки, когда ты пьяный, игра выглядит раз в 10 красивее. Я что-то сидел, охеревал от графена. Так. Перегрузить управление. Так что советую вам попробовать. Употребить алкоголь и попробовать поиграть в игры. Очень непередаваемый экспириенс. Подать энергию к зажиму. Такая же херня с Майнкрафтом была. Да, видимо, только так можно Майнкрафта играть.
Так, Деста не так красивая, а когда ты пьяный, ну, выпивший, еще в 10 раз красивее. Когда ты выпил. Так. Ну, хоть свет появился. Подать энергию к зажиму. Это я умею. Это я умею. Ты так Макс Пейн 3 на самом харде играл, и что, Дивин только 2 раза помер? Ну, Макс Пейн 3 как раз-таки аутентично так играть. Потому что там главный герой как раз бухает как сволочь просто, как мразь лютая. Так. Разблокировать аварийный зажим. Это я умею. Эх, ладно, хоть здесь чужого пока не извезли. Пьяным проходил Layers of Fear, страшно было спустя секунд 10 после скримеров. Не, ну вот пьяным в хорроры я бы не стал, наверное, играть. Я бы реально... Я и так, ну, не сказать, что прям сильно боюсь, но я не люблю всякие вот скримеры, хорроры. Из того, что там пугают тебя, а бухой же ты сильнее, впечатлительный и все такое. Было бы страшно играть такое. Пещера на Нессе без пива красивая, так, красненькие такие все. Так, что дальше-то? Вроде все кнопочки прожал. Перезапустил компьютер. Ну и Layers of Fear реально, по-моему, из одних скримеров состоит. Тут нет радара. Так, ввести координаты Торнуса, да, видимо, мне наверх. Нет радара просто. Который раньше мне показывал, куда мне идти. Очень жаль, приходится на карту смотреть. Почему она так медленно ходит? Пш-пш-пш. Да. Я надеюсь, это ненадолго. Но вот этот момент. Так, это компьютер, куда мне нужно ввести координаты. Да. Ну, это не очень, на самом деле, было похоже на компьютер. Так. Серьезно? Они так вводятся. Ну, это очень смешно. Так, выбор координат, нажать Е, подтверждение. А как определить верные? А, вот координат 35. Значит, мне 35, да, надо? Хорошо. Надо было в другую сторону, на самом деле, вести, окей. 35. Подтверждение. Вот координат 75. 75. Сидел, когда пиво высосал с обновления магазина идти. Ленин сидел как Васян. Для этого надо всегда иметь какую-то штуку на догон. Там, я не знаю, какой. Что-то из крепкого алкоголя. Всегда. Правда, обычно это ни к чему хорошему не приводит. Ты напиваешься просто как ублюдок, и на следующий день умираешь от этого, от того, что смешал пивас с крепким алкоголем и перепил, of course. Когда ты пьяный, тебе всегда хочется еще, еще, еще. Ты не можешь остановиться. Ну, если тебе спать неохота, например. Так. Бзз. Торренс, Торренс, это Рипли, я на станции. Да, услышите меня? Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Так вас никто не эвакуирует. Нет времени объяснять. Пристыковать Торренс. Так, куда идти-то? Опять вниз, что ли? Так, ну-ка. Да, опять туда вниз. Можно позвонить ментовку, попросить, чтобы еще привезли. Все так делаешь? Любишь на бутылочке посидеть? Ну да, в принципе, бутылочку они тебе привезут. Может быть, даже дадут тебе и выпить, а потом посадят на нее. Не знаю, у нас же, типа, тупой закон. После 10 уже не продают
Поэтому реально, типа, если заранее не покупаешь, то просто... Просто полное дерьмище. И выпил, и посетил лайфхак. Да, сделал два дела сразу вместе. Так, я надеюсь, что я иду туда, куда нужно. Не, ну как бы техобслуживание антенны показывает сюда. Хм. Везде по-разному, да. Я знаю, в Москве, по-моему, до 11. А в остальных городах я знаю тоже до 10. Но это, я не знаю, самый наитупейший закон. Надеюсь, его когда-нибудь отменят. Так, какие-то рычаги, но они недоступны. Он, конечно, может быть, снизил криминогенную обстановку, когда алкаши и всякие гопники ходили за догоном и гоповали всех подряд. Чё-то я как-то этот, чуваки, запутался. Выдвинуть буксировочную платформу по терминалам космопорта, чтобы бежать на Торнес, а пока Севастополь падает на газовый гигант KG-348. Добраться до жилой зоны и вернуться на Рикардо. Хм. Техобслуживание антенны. Странно. Чуть не могу найти. По скидосам берешь пивас, который тебе нравится, и все? Не, в смысле? Я говорю про то, что после 10 или после 11 в разных городах уже все, как бы, ничего не купишь. Только идти в бар, если ехать, и там свинячить дальше. Ухать. Бывает такое, что же там, я не знаю, купил там пару бутылок и вдруг понял, что это было мало. И ты совершил ошибку. Блин, что-то, слушайте, подскажите, потому что я здесь 200 лет буду ходить. Тут я готов на подсказку. Кто помнит, что нужно сделать, потому что я не могу найти. Я вижу вот рычаги какие-то. Но они не это самое. Неактивных хз, и кнопка Е не появляется. Хотя вроде как показывает, что сюда. Хз, давайте поднимусь. Может быть, обратно идти надо? Да хз. На карте вот показывает вот этот район зелененьким. Пойдем посмотрим. Обычно такое хуево заканчивается. Да, да, я же говорю, что когда ты пьяный, тебе хочется еще и еще, и ты на следующий день жалеешь об этом. Если дома сидишь, то открываешь запас скидочного пива и доставку еды за канал. Не, не, так это не работает так. Запасы скидочного пива. Кто покупает себе запасы скидочного пива? Так, но это не работает. Оно же выпьется сразу. Это не знаю. Да, вот какой-то второй терминал, возможно, это он. Ты? Ну ты, значит, видимо, слишком этот... Слишком терпимый человек к таким вещам. Это вообще пиво запасает, вот именно. Я фиг знает, чуваки, куда идти. Тут есть другие этажи, причем. Может, обратно вообще прям ехать, что ли, я хз? Ну, давайте поехали, может, этаж... А, этажом ниже же она сказала, да, да. Под этой антенной, я так понимаю. Запасаешь себе, да. Вот это верно, верно, все правильно. Не, у меня бывает, я покупаю, и у меня может лежать пиво какое-нибудь в холодильнике неделю, не знаю, просто из-за того, что времени нет сесть и пиваса выпить, собственно говоря. И все, только из-за этого, разве что. Да нет, я вообще обратно иду. Хм. Странно. За какой-то реально душный момент. Хм. Знаете чё? Я просто сейчас обратно пойду. И... Ну ладно. Если я пойду обратно, мне же потом обратно все возвращаться, если я что-то пропустил. Будто пить каждый день хочется. Почему бы и нет, как говорится. Почему бы и нет. Я надеюсь, что я правильно делаю, потому что... Ну, смотрите, до сих пор вот это говно зеленым горит. То есть, мне кажется, все-таки туда. И никто не может сказать, да, из тех, кто играл, точно.
Что такие моменты не добавят автохождения? Да не надо автохождения, просто сделали бы уж быстрое перемещение. Но это раздражает на самом деле. Я не знаю, еще станция была бы красивая, знаете. Тут графин не самый хороший, если честно. Чтобы прям тащиться от этих походов по станции. Ну и я еще игры про космос не сильно прям люблю все. Может поэтому. ХЗ. Так. Климатизация, нет? Что происходит? Да. А про магазины Securitron писала круглосуточные, которые на похер типа продают бухло. Не, у нас таких нет. Тебя везде нахер шлют. Там же через кассу не пробить, типа. Иногда с кресла встать лет, чё уж там. Да, да, давайте засейвимся на всякий случай. Чё, кстати, игра скажет, куда идти по радару? Да, радар показывает. Видимо, да, похоже, надо было обратно идти. Я не уверен, конечно. Рикардо, готовься. Да. Мы уходим. Что там услышать? Рикардо? Рикардо, прием! Что с Рикардо случилось? Рикардо, прием! Пам-парам. Парарам. У нас что-то типа ларька без навороченного компьютера? Не, у нас такие уже давно снесли. Таких вообще нет уже. О! О! Чужому вообще насрать, да? На разгерметизацию. Минус Рикардо? Да хз. Так, вот и чужик пришел. Вот и чужик. Так, но мне в ту сторону, где чужик, собственно говоря, да? А нет, это просто... Не, я думал, здесь как бы разгерметизация, это просто воздух чистится. Так, ну-ка давайте. Нет, это было плохой идеей. Я хотел фаер кинуть, отвлечь его. Чужой может в открытом космосе тусить, да, но законы гравитации же на него действуют, правильно? Не, я говорю, я думал, что там как бы это самое. Нет гравитации. Но нет, оказалось, что не так. Все в порядке. Это просто очистка воздуха была. Рикардо, Рикардо, прием! Рикардо, прием! Будет отсосно, если Рикардо заразился. Я ни разу не догонял чужой сохранялки. Да, я не помню, может быть, было один раз. Он вроде возле всяких терминалов меня обычно ловил. Любил это делать. Хотя нет, система очистки воздуха. Гравитизация — это не закон гравитации, а давление. Да ты понял, о чем я? Чё ты выпендриваешься? Чё ты выпендриваешься, слышишь, Стебенс? А? Чё, самый умный, что ли? Я не понял, а? Не гравитация, а давление. Ёх, пиздец. Что это такое вообще? Какие-то умные слова. Это бан. Да, это бан. Да, да, это... Здорово. Пострелять хочешь, чувак? Давай-давай, постреляй. Да-да, давай-давай-давай. Молодец. Так... Так, вперед, чужой. За фаером. Так. Да, он пошел проверять фаер. Главное добраться до... Блин, лутануть еще этого хочется, пидора. Ага. И теперь добраться до... Работает, нет? Ну, пустите. Да, работает. Добраться до туннелей. Так. Чё-то радар показывает. А чужой дебил, да? Фаер его отвлекает. Какого хера ты узнаешь об этом сейчас? Только я не знаю, почему ты об этом только сейчас узнаешь. Он типа идет на них, как бы.
Мне, кстати, игра это тоже не объяснила. Мне, по-моему, кто-то в чате сказал, типа... Так. Он идет сюда? Он просто как сорока, любит все блестящее. Ходил с кучей этого говна до конца, говорит. Я тоже примерно так и хожу. Почти всю игру. Он, по-моему, такой, знаете, стоит такой. Чувствуете, чем пахнет? Огнеметом. Побежали. Так, главное, чтобы он сейчас меня сверху откуда-то не сожрал. Посмотрим, сожрет меня сейчас, пока я буду сейвиться. Нет, вроде не сожрал. Так, чуть за дверь. Дверь закрыта, понятно. Поехали. И хотя бы ты даже в его сторону не мог глянуть. Не знаю, не знаю. Мне кажется, примерно одно и то же было бы. Не сильно у него я и поменялся, я думаю. Anyway, он ваншотает. Ну, типа... Хард, не хард. Насрать вообще. Вот если было бы так, что, там, не знаю, можно от него отбиться как-нибудь. Так. Я слышу, слышу, он ходит здесь. Поверху. Шлюха. Так. Рикардо? Здорово. О! Рикардо. Здорово. О, нет. Минус Рикардо, да. Неплохо, неплохо. Минус Рикардо, как бы. Здорово. Блин, что это? Че за срань вообще? Спит на рабочем месте. Ну, типичный охранник, собственно говоря. Интересный музон заиграл. Че, мы можем, кстати, Рикардо навестить-то? Или нет? Или не можем? Я бы сходил в гости к нему. Получается, значит, он сидел с открытой дверью. Ну, сам виноват. Так, сейф. Когда Ролл Филадельфия оказался ксеноморфом. Сложная шутка. Какая-то. Так, это что такое? Что за артефакты? Что это? Чего? Чит за струя красная. Чего вообще? Че с графеном случилось? Чатик надо читать, потому что вроде читаю. Какие-то сложные рофлы, видимо, пропускаю. Пам-пам-парарам-пам-пам-пам-пам. Так. Надо вот коктейль Молотова завязать вот еще как-нибудь. Пам-п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 ам. Так, это мертвый андроид. Ой-ой-ой-ой. Там была вспышка, да-да-да. Давайте, может, чужой придет, убьет этих дебилов. Так, он прошел мимо? Лол. Побежал, смотрите. Да. Да. В итоге чужой сагрился не на этого пидора, а на меня. Ну, я считаю, что это нечестно. Это подкрутка сраная. Так, и сейф где? Ага, в этом месте, окей. Не от тебя бежал. Да я понял, что не от меня. Я уж понял, что он явно не меня напугался. Но странный чужой напал на меня. Сраный чужой. Надо, чтобы они все сфидели от чужого, вот чё. А то иначе нахер он нужен. Здрасте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
А чё чужик не блестит, он же типа весь в слизи. Хз. Но, на самом деле на чужого даже времени нет смотреть, когда он на тебя нападает. Так, а чё мне, собственно говоря, надо сделать-то? Почему радар сюда показывает? Да не, он блестит же, смотрите. Все, пошел вон. Огнемет заканчивается тем временем. Так, постепенно идем к выходу. Главное сейчас не нарваться на ловушку сверху, чтобы меня съест. Все. Все, поехали. Это вы, наверное, просто посмотрели, пересмотрели, короче, разного видео с японками, которые мажутся маслом. Рипли не склонны к насилию. По-моему, я убивал почти всех, кого только можно. Так вот сейчас вот этих двух чувачков не стал трогать. Думал, чужой их убьет. Так. Чё, я тебя не знаю, катись отсюда, кто это говорит? Это он нам говорит? Чего? Ладно, ладно, окей, окей, ты чего? Ты чё злой такой? Ну чё, пострелял нормально, чувак? Как пострелял-то? Нормально, нормально. Я, говорит, тебя не знаю, катись отсюда. Неплохо, я считаю. Так. Чего игра от нас хочет? Дать энергию на транзит жилзоны. А где? А где? Где энергия дается? Хер поймёт, где именно. Сижу и поставил свою тёлку. Чего? Все, огнемет заканчивается, еще 8 патронов. Понятно. Кстати, почему этот баллон не взорвался? Я думал, он взорвется. Так. А я не вижу, где дается электричество. Так. Но он меня все равно убил, да? Ладно, патроны для огнемета целей будут. Так ни разу я, кстати, не завязал этот коктейль молотов нормально, по-человечески. Где электричество подается? Здесь, что ли? Нет, установить подачу энергии. Дать энергию на транзит жилзоны. А, вот появился радар. И пропал. Что это? Что это? Ерунда. А вдруг это маленький новый чужой просто? В человеческой форме он совершенно не боится, да, этого? Ему как бы норм. Ну, ему норм. Да, я так и думаю, что ты дебил сраный, сука. Ладно, хоть меня и чужой убил, да? Но это очень смешно сейчас будет. Сука, думаешь, я тупой? А? Думаешь, я тупой такой, типа? Придурок, а? Да, конечно, охранники здесь явно не самые умные. Надо найти, правда, что активировать мне здесь. А если его стелсом убить не вылезет чужой, да? Интересно. Ну-ка. Все. Так. И его тело просто исчезло. Ну, замечательно, как бы. Просто бриллиант.
Блять, и опять сраный чужой пришел. Не, это скрип. После того, как убиваешь этого чувака, приходит чужой, который мешает тебе. Копперфильд. Он отправился просто в лучшие места. Так, надо понять, что именно мне активировать и где. Может, какая-то кишка здесь опять есть, через которую нужно пролезть. Может быть, здесь? Ноп. А, нихера еще не видно к тому же. Согласен, согласен, братан. Мерещится всякое. Типа тёлка, который ходит с гаечным ключом, всех убивает. Бля, я просто не успею это говно сбежать. Но опять, опять, все то же самое. О! Этой сцены еще не было, когда он тебя обходит, типа. Так. А почему он загорелся? Что? Что вообще произошло сейчас? Ну, карта показывает здесь. А, во. Во. Так. Я нашел дверь, но правда сейчас, походу, чужой вылезет. Успею открыть? Правая кнопка мыши и вниз. Еп. Тинкс. Почему-то сейчас чужой не заспаунился. Я хз, почему вообще? Да, что-то с ней так. Давайте уколемся. Анмод, да. Все. Это анмод. Of course. Так. Ошибка. Файл не найден. Получилось? Привет, Майерс. Смена закончилась. Я иду домой. Если придешь ремонтировать систему за те 3 часа, пока мне не будет, то пароль 1851. 1851. Вместе к светлому будущему. Сикс на освоении космоса. Это, по-моему, я читал уже. Это Синклер. Вот что, парни. Я ждал вас уже слишком долго. 1851. Создать. Не хватает. Простите, но вы сами виноваты. Нечего было ломиться в кораблю, который не прилетел. Так, что такое аккумуляторы? Так, на всякий случай так возьму огнемет. Так, я узнал код для двери, да, я так понимаю? Для вот этой, что ли? 1851. Угу. Бля, так темно, пиздец. Так, сейф, да? Неплохо. Так, засейвились. И чего? Включить питание. Все, теперь свет будет везде. Можно идти. Но тут чужой где-то шастает прям рядом. Эх. Так чего? Я ж включил питание. Понятно, короче. Понятно, все с вами. Врубаешь питание в одной теме, потом еще идти кнопку нажимать в другой, да? Зашибись. Пам-парам-парам. Блять! А, чего? Я убил его? Я думал, я мертв. Я просто нажал на атаку, чуваки. И она его это самое. Она его раздавила. Так можно? То есть вовремя нажать на кнопку атаки?
Я думал, я как бы мертв уже. Окей. Стрёмно было. Да не, не стрёмно. Мне стрёмно было из-за того, что я сейчас сдохну, и мне надо будет все по новой проходить. Окей. Ладно. Хорошо. Они бесят просто. Вылазят откуда-то из жопы и убивают тебя, сраные хэдкрабы местные. Опасен космопорт из жилой зоны. Окей. О, запись. Я не знала, когда они закрывали убежище. Я не знаю, чего ожидала. Что они вдруг передумают... Так, найди Сеймса. Или что пристрелят на месте, как они делают с теми, кто им мешает. Успел насавиться? Успел. Они просто захлопнули дверь перед... Так, ну-ка. Я слышу их сквозь пол. Так, эта дверь не закрывается, да? Синдлер и его люди забрали... Он видит меня, интересно, сквозь окно? И большую часть оружия. Или ему похер? Здорово, эй. Я надеюсь на это. Чё вообще пошел в тот угол? Увидел, увидел, смотрите, пидора. Все? Шел вон. Ты чё, он застрял, что ли, в текстурах? Чё произошло вообще? Ган, побежали, короче. Блин, мне теперь еще ждать транзит. Ё-моё. Да, это я поторопился с чужим, конечно. Это я поторопился явно. Так, ну-ка. Коктейль Молотова. Ну это то же самое, как огнемет, я так понимаю, да? То же самое. Давай быстрее. Так. Ну что там где-то там ша... Да. Найс. Уходи. Быстрее! Кнопка, кнопка. Фуф. Успел. Эх, опасно было, опасно. Пам-пам-пам. Так, Рикардо мертв, да? По сути, у нас здесь из знакомых никого не осталось, я так понимаю. Все, все померли. Единственное, только те, кто нас должны эвакуировать. Я даже не знаю, кто это на самом деле. Тебе, походу, Адаму стрёмно. Да серьезно, я... Как он так быстро здесь оказался? Так, Рипли, сейчас мы будем готовиться к автоматической стыковке. Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения. И не займем позицию для... Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Да, не знаю, как она тебя на это уговорила. Похоже, ты лесбуха сраная. Которая в космосе себе телку не можешь найти. Геймплей однообразный, как бы. Все, геймплей закончился. Вместе с тем, как закончились патроны для огнемета. Если что, лул. Произвел медицинский осмотр всех членов экипажа и по настоящему. Так, коктейль Молотова. Корабельного кота. У всех все в полном порядке, о чем я и сообщил в отчете. Корабельный кот? Мне же осталось проверить оборудование, и я тоже готов к погружению в анабиоз. Блин, я уже, если честно, мне кажется, давно должен был его убить. Серьезно, сколько говна я у него накидал, сколько раз его поджег. Столько виски извел на него, ё-моё. Лучше бы сам напился уже давно и просто закрылся бы где-нибудь. Как громко и противно. Найти другой путь в космопорт. Ну, конечно, конечно. Все так просто не может закончиться, of course. Так, ладно, будем чё, коктейли молотом тогда пользоваться. Пока что есть ресурсы. А потом он закончится и все. Надо было напиться и посадить чужого на бутылку. Вот чужого неизвестно, можно посадить на бутылку или нет. Есть у него отверстие, на которое можно его посадить, например. Совсем понятно, скажем так.
Ладно, я понял, что нужно покинуть станцию. Так, чего? Хлам? А, здесь просто ресурсы, да? Понятно. Просто хлам разный. Окей. Когда кончится ресурс, можно самому присесть. Не, я бы все-таки старался как-нибудь это по-другому повернуть. Так, пока что он где-то сзади, да? А, это не он сзади, это сзади этот, блядь, андроид сраный. Заебись. Андроиды появились. Давно не было. Етить, как громко. Так, я типа успел? Успел вроде как. Необходим код. Ну, найс, найс, найс. Так. Пока просто вперед, да, идем. Так, ну этот пидор, походу, живой. Я вас поймаю, там кто-то меня поймать хочет уже. Так, а куда идти-то, ё-моё? Пеку, что ли, надо активировать? Бля, как они заебали. Хей-богу. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Все, пошел нахер. Все, остался последний коктейль. Не знаю, у меня хватит еще на крафт одного. Последний рубеж. У меня, к сожалению, нет времени все это читать. Я почитал, может, записанки. А. Ну, то есть... 1984, да? Код для того говна. А... Бля, я понял, короче, что мне нужно сделать. Внимание! Всем покинуть станцию. Надо говно активировать, походу. Необходим пропуск! Да, мне не хватает ресов для еще одного молотова. Где пропуск-то взять? У тебя, что ли, пропуск? Нет. Нет. В той штуке, что ли, где 1984? 1984, походу, там. Да, я вижу, там что-то лежит. Да, пропуск, вещество B, взрыватель. Кстати, взрыватель может сделать один ЕХЗ. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Что ж поможет мне? Так, пропуск нужен был здесь. То есть, чтобы просто отодвинуть вот эти вот коробки. Мне кажется, женщина могла бы пролезть вот отсюда все-таки. И без того, чтобы вот так поднять это говнище. Если честно. Это рофл какой-то. Неужели она не протиснулась бы там? Так. Сюда, да? А здесь чего у нас? А, дверь закрыта, да? Каев. Обходить, да. Окей. Интересно, как на чужого бомба вот это действует? На самом деле. СВУ. Синтез какие-то стрёмненькие. Специально, это кажется, сделаны. Типа, все одинаковые. И криповые. Они как бы технические работники, может, поэтому. Так, какие-то патроны лежат, кстати. Патроны, сенсор. Так. Кто у нас? Просто ресурсы. Блин, файеры, да, еще есть? Можно файеры обудить. Хм. Так здесь просто ресурсы, то есть мне все-таки в ту сторону. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Покиньте станцию.
А где там проход был? Так. Может, я просто не вижу что-то? Я вижу проход наверх. Чего? А, его на резак надо было, на эту штуку. Рядом с дверью. Понятно. Ну да, я сразу не додумался. Ведь она такая очевидная. Тик. Ну, открывай. Угу. И вниз. Так. Где-то справа, да, чужой? Всем покинуть станцию. Блин, опять сейва 100 лет не было, да? Пиздец. И опять без сейва. Я боюсь просто сейчас встать и побежать. Я потому что сдохну. Изи вообще. Слышу пиликовку, значит, это рядом сейф. А, еще меня лицехват изи убивает. Любой, который, например, вот вылезет, не знаю, из этой коробки. Так, тут можно запрятаться. Да нихуя не видно. Так, ресы это хорошо. Это у нас там закончилось. Ага, сейф. Фуф. Пам-пам-пам-пам. Перезаписать? Да. Так, что дальше? Что это у нас? Хлам. Так, ну-ка, что там? На коктейль у нас не хватает чего? Что это второй сенсор, да? Еще одного сенсора. Обычно сенсоров куча валялась, причем. Странно. Так, куча пек разных. Угу. Патроны для огнемета. 25. Но это один выстрел. Тут как-то они совсем неравномерно используются, на самом деле. Вроде 100, да, было. А там сделал один выстрел, и хоп, 90 улетело за выстрел. Как-то вообще хер знает. Так, ну, видимо, нам в эту кишку, да? Правильно понимаю? Походу. Будем складировать, значит, патроны для огнемета. Самое универсальное оружие здесь. Так, что такое? Заряд для шокера. Это против андроидов. И плохо действует. Так. Так, бильярдный шар. А, нет, это не бильярдный шар, это хоккей. Как там называется? Не помню как. Так, еще топливо для огнемета дали. Необходим пропуск. Понятно. Ищем пропуск, значит. Где-то рядом, прям чужой. Лу? Где он? Интересно. Генератор не работает. Не, генератор работает. Аэрохоккей? Фига вы знаете. Не, я бы ни за что не вспомнил, что так называется аэрохоккей. Пошел нахер! Вот пидор, а. Так. Вот что, парни. Нам нужно. Это Торренс? Берите все, что найдете. Фу ты, или как его там звали? Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Ребята сейчас заваривают вентиляционные рынки и вырубают. Мы не можем держать убежище открытым. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем. Пожалуйста. Уж простите. Типа мне не сюда? Я не нашел пропуска. Нет, у меня есть пропуск. О, черт, действительно, о, черт. Да, он типа за мной побежал. Когда в туалете сидишь, часто играешь не на телефоне. Не, я обычно в таких случаях всякие новости читаю. Все, минус патроны. Бля, нихуя не видно ведь.
Вот как... Интересно, кстати, у чужого Night Vision есть? Он так хорошо ориентируется в темноте. Сраный пидор. На, 20 с чем-то патронов огнемета вообще не хватает, чтобы выгнать. Так, что это за сейф вообще? А, понятно. Там, где мы еще в эту кишку не залезли. Рипли не ведьмак ли? Не, я не про Рипли, я этот, про чужого. То есть он так хорошо ориентируется в темноте. Как он вообще видит? У хищника, да, у хищника есть, там прям в фильме показывали, как он видит Night Vision. А тут вообще хз поймешь. Так, опять игра, да, зависла? Пиздец. Че за сраные крэши вообще, когда грузится игра? Бля, бесит. Чужой по звуку ориентируется, зрение не зелен. У него как бы глазок нет. Ну, может быть, у него этот от волн звуковых как раз-таки проецируется изображение в мозгу, и он как бы видит. И причем вот это говно не скипнешь никак. Он просто ходит на похере. Иногда, да, такое ощущение. Как будто он просто ходит на похере. Так, Эллен, продолжить. Стример подался AMD. Я называл это одной из причин, почему именно как раз игра и крэшится. Фига, прикиньте. Звук появился. До этого не было такой странной мелодии. Эхолокатор сорви головы 2003 год. Ну вот, да, что-то типа того. А до этого страшной такой музыки не было, когда я грузил сейф. Интересно. Хм. А действует ли на чужого вот этот, как его, электрошокер? Так, тут будет сейчас лицехват. Пошел ты. Даже не буду тратить на тебя огнеметные патроны. А, пропуск мы у этого чувачка взяли. Я, видимо, даже не заметил, как он утонул. Нам нужны припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Так, что еще здесь есть? Хорошее местечко в жилой зоне. Ребята сейчас... у меня 0 патронов для огнемета. Я не подобрал, видимо, их где-то. Тогда у меня было 25 плюс 25. Говно. Говно. А где я в прошлый раз нашел патроны? Вообще хер знает. Ладно, побежали, короче. Бежим. Так, ну-ка. Может, коктейль будет? У него нормально сработает. Бежим. Неужели в этой игре можно бегать безнаказанно? Так. Мне все-таки, видимо, куда-то в другое место нужно было. Сюда, да? Хм. Хм. Тут есть сейф. Вот, кстати, почему не агрится на вот этот звук, когда чувак говорит всем покинуть станцию? По сути, он должен ходить и долбить эти штуки, которые делают. Чего, блядь? Что это было? Я хотел с ним повоевать после того, как я его поджег, но, видимо, к нему вообще нельзя подходить. Хавчик взял Вовери на тебя наслушал, теперь может вернуться на стримчанский. На тебя по поводу чего? По поводу ранки, да? Войны тиммейтов? Так. А, я пропустил кат-сцену, да? Ловечу.
лови, как бы подарок. Так, чего надо сделать? Надо использовать рычаг. Все, это был последний коктейль Молотова, если что. Иди, что я натворил? Запустить генератор. Бля, ну они рофлят. Да, на коктейле у меня нет сенсоров или что там нужно. Не, спаси, спаси, сыч. Ну пошли, чё, перезапускать генератор, блин, я хз. Если взять чар, не пометь, убивать три чела, 3-4 чела за жизнь. Но ведь не причастен, Лил, виноват только ты. А чё там сейчас не в мете? Как обычно, симметра, Торбьорн. Всякие. Так. Ну, дробаша он тоже не боится, как бы. Дробаша он тоже не боится. И у меня больше нечем его пугать, если что. Закончились все ресурсы. Да. Собственно говоря, что делать-то? Огнемет есть. А, ну тут можно как бы стелсом. Хорошо, хорошо. До свидания, да. Так. Вещество здесь есть. Может, здесь какой-то шорткат есть, как выйти? Не проходить сквозь это говно все. Например, вот через это отверстие вылезти. Нет. Блин, он как гопник стоит в проеме такой, ждет прям. Можно засейвиться? Или тут какой-то промежуток должен пройти? Между сейвами. Как ты понимаешь, началась духота X10? Это не то слово. Ну, у меня ресурсы закончились просто еще к тому же. Я не могу ходить и просто с огнемета отпугивать чужого. И начался жуткий стелс. И еще очень темно, ничего не видно. Беда, просто беда. Так, что такое? Клей. Не, клея у меня до хера, судя по всему. Я еще тот токсикоман. Блять, ничего же не видно. Духота еще не началась, сегодня началась. В смысле, а че, еще будет хуже? Ну это рофл какой-то, если будет еще хуже. Кстати, надо аптечку съесть. Куда еще хуже, как говорится? Так, надо в кишку залезть. Так, я могу еще скрафтить коктейль? Да, я вроде подобрал что-то там. Угу. Может, дальше у тебя огнемет? Так патронов нет все равно, уже для огнемета отнимают, пусть хер с ним вообще. Тут дают по 25 патронов для огнемета, если что. Которые на одну пульку, скажем так. И что, так будем ходить кругами? Так, а мне надо тем самым перепустить. Вот, да, вот почему он на это не бежит? Или он этот обучаемый такой, знаете? Нейросети в чужом встроенный, что он не реагирует на такое говно.
В аэрохоккей сыграете с ним еще. Блин, я бы сыграл на самом деле на жопу. Можно было бы выиграть жопу чужого. Так, все, пустили. Свет вернулся. Так, пойдем. Странный здесь саундтрек вообще. То его нет, то он появляется сразу. Я боюсь вылазить. Ну-ка, засейвимся. Плиз, сейв, плиз, 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 сейв. Так. Сейф, и он за угла выходит. Ну, ладно. Я засейвился, самое главное. Ой, сейчас игра же может крэшнуться, да. Лучше, короче, не умирать. Бля, что-то походу херовый сейф, чуваки. Сейф-то херовый. В прошлый раз он просто вперед шел, а тут прям за мной. Удачный сейф или нет? Нет, сейф... Я могу сбежать, например, сюда, успеть, да? Найс. Он меня в текстурках застрял. Я в текстурках застрял. Это новая игра? Не, зачем? Там же, по-моему, есть предыдущая. Да, аж все сглючило. Я могу сейчас сразу налево побежать, да, пока игра грузится. Попал в текстуровый рай. Так, бежим. А, он все равно, да, ловит меня. А, ну я еще могу попробовать быстро выбрать эту гранату и заюзать на него. Например. А, ему похер, типа? Не, вроде не похер. Так что все в порядке. Что за... Да не, не, все норм. Все окей. Все в порядке. Бомбы-то хотя бы остались, чтобы отогнать. Это лучше, знаете, лучше такой сейф, чем по новой все проходить там. С кривой от системой. По новой ползать. Чего? Вот это что такое, чуваки? Какого хера? Что-то в воздухе висит. И причем видно сквозь текстуры вообще. What the fuck is this? Какого хера вообще? Я сохранюсь похер вообще. Насрать на него. Так, что это? Это космос. Это подарочный огнемет? Что? И шесть огнемет идет мстить. Да, чужой strikes back. Лол. Часа бред вообще. Так. На болтера похож, да, походу он есть. Похоже, он и есть. Фаера, да, он еще есть. Файер, значит, нам... Так, много крови на моих руках. Так, может, сейчас скрафтим? Етить! Бля, он меня поймал, походу, нет? Не, не поймал. Фуф. Лол! Ты что творишь? Я не думал, что он может залазить. Я думал, типа, все, не залазит сюда. Окей. Я не думал, что он залазит в эти. Первый раз такой в игре, кстати. Он всегда просто бросал за мной, не ходил ни разу. А он взял просто и залез.
Нечестно. Ну, опять игра крашит. Короче, после... Где-то 5, наверное, да, сейфлоудов. Игра почему-то крашится. Я хз, в чем проблема. Какая-то баговная игра. Может, разумеется. Да. Здорово, Верон. Бля, может, как-то можно это скипнуть? Вот эти хотя бы начальные заставки. Дело в том, что ни один бета-тестер до сих пор не знаю. Игра очень багованная в некоторых местах. Вон всякие болтеры в воздухе летают. Чужие там в текстурках тебя достают. Нажмите любую клавишу. Играть. Alien Isolation. Продолжить. Так, там вроде близкий сейв был, anyway. Главное, чтобы сейчас не оказалось, что он во время загрузки сейва сразу агрится на меня. Так, где я вообще? Не, смотрите, это баганный, причем... Сейв такой прям... Говнище висит все равно в воздухе. Я думал, просто перезапуска игры или груза сейва это исчезнет. Я просто лутаю здесь всякое говно. Но он приходит сюда и мешает мне, пидор. Пидор. Так, все. Уходим отсюда. Так, не хватает, да, все равно ресурсов на новый коктейль. Пам-пам. Кто прорвались? Андроиды? Всем спасибо. Спасателей. Для людей Сиксон. Да хер знает для кого. Мы ждали вас сколько могли. А вы все слили. Так. Севастополь, это Диана Верлен, Сторонса. Пытаюсь встречать... Ты чё орёшь, дура? Могу забрать выживших. Ты чё орёшь, блядь? Сейчас чужой прибежит. Вот тупица. Разоралась. Ни одной подобной стране не было. Может быть, разве что оружие, воздух. Но может они что-то напатчили, еще хуже сделали, кто знает. Но то, что игра вылетает после определенного количества лодов, это конфермит как бы. 100%. Блин, он похож на чувака вот на этом постере. После эвакуации из чудаков. Не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Перезаписать, да. Конечно. Так. Блин, еще, наверное, часа 4, да, осталось сыграть. Да чего? Я не пролажу, что ли, отсюда? Нет, вроде пролез, когда пригнулся. Так. Что-то все горит. А как на станции, кстати, интересно, кислород не заканчивается? Где-то самое... Такая тема, мне кажется, в космосе. Если огонь, то все, как бы, минус весь кислород. Ты уже наелся что-то? Ну, я тоже, знаете. Уже вот начинает душить. Тут не хватает экшона. Вот что. Ну, чтобы ты мог как-то драться с чужим. Не просто его выгонять. А именно что-то с ним сделать нормально. Драться против чужих. Мне кажется. Ну, игра реально слишком длинная. Тут заканчивалась она где-то на 12 часу примерно. Было бы, наверное, нормально. Так, какую-то дверь открываем. Так, это мина третьего уровня. И журнал. Откройте. А, ну еще, типа, у меня патроны кончились, то есть я ничего не могу сделать. Ты бы лучше на флейте с андроидами играл. Судовский, здорово. Отказ от медальных стабилизаторов.
или чужих работающих в маке. В маке. И тут вот есть какие-то, смотрите, походу это были забегаловки с иероглифами. Paston Station, yes, we deliver, да, здесь даже доставки на роу-кола. Так. Хотя бы есть такая возможность, обычно в хоррорах бегать с камерой надо и все в таком духе, за даже амнезии не стал проходить. Не, ну амнезия это кал, как бы. Как и Outlast и все тому подобное. Это одного поля ягоды. Тут же нет такой фишки, что ты его отогнал огнеметом, и он не вернется. Он же все равно возвращает. Это просто временное решение тоже. По сути, ты ни хера не делаешь. Это то же самое, как ты стелсом проходишь. Нужно быть каким-то особенным, чтобы заказывать доставку лапши. Не, ну если лапша вкусная, то почему бы и нет? Я пару раз у себя в городе заказывал, и да, реально говно какое-то. Попрошу амнезии шкал для школьников. Не знаю, какая разница для кого. Концовка близко, пацаны. Я не знаю. Мне кажется, еще до хера мне играть и играть. А я вот поэтому думаю, как допроходить игру. Ставить еще на следующий стрим, потому что я, наверное, вряд ли высижу столько. Хз. Да. Так. Блин, сейчас если еще обратно придется в космос идти, обходить. Верлен, слышите? Вы достаточно близко для радиоконтакта. Слава богу, Рипли, я вас слышу. Вы должны включить гидравлический привод и устройство наведения, так поняли? Бля, опять что-то врубать, все поломанное здесь, просто ничего не работает. А были токсичные коридоры в противогазе с андроидами? Ну, что-то было уже такое, да. Давно уже было это с ядром. Это было давно уже, вроде как. Так, какая-то пека здесь зеленая. Если зеленая, значит оно активно, вроде как. Использовать урода. Так, это обычный урод. Так, найс, мисс. Так, урод один. Устройство наведения включено. Угу. Так, можно в кишку спуститься. Может, тут еще одно место будет, конечно, с андроидом. Так, это чужой, что ли, там шастает? Я не могу понять. Так. Так, что надо сделать? Я не могу понять. Запустить гидравлические системы. А где? Где? Где терминал, с которого запустить? Вот это? Ноуп. Да, опять какой-то пузон страшно играет. Так. Здесь что ли где-то? Восстановить подачу энергии. Вкусно. Так, ну походу вниз, да? О, Трупецкий. Так, что скрафтим? Давайте коктейль Молотова скрафтим. Это самое полезное здесь. От чужого, по крайней мере. Просто была твоя остановочка. Но я примерно на этом моменте закончил прошлый раз игру. Если я ничего не напутал. Of course. Так, дали патроны для болтера, значит будут андроиды сейчас. Значит будут андроиды, походу. Так, переспустили генератор, да, я так понимаю? Теперь идем обратно. Так. Использовать опять что ли? Серьезно? Игру консультирует какой-то маньяк, повернутый на рычажках. Хз. Хорошо, Рипли. Теперь дайте команду раскрыть стекло.
Так. Включить зажим. Где? Я как будто операцию делаю какую-то. Сейчас еще окажется, что на самом деле эти чуваки пришли нас не спасать, а на самом деле просто своровать этот самописец. И нам еще и с ним воевать придется. О, это живой андроид, кстати. Пидор. Смотри, сейчас схватит меня за ногу. Нет? Не схватит? Уебок, блядь. Схватил все-таки, я же говорю, живой. Так, давайте сожрем аптеку. Надо будет сделать еще одну, кстати. Что-то с сенсоров дефицит стал. То их дохера было, я их не собирал вообще толком. Так, пека. Ошибка, файл не найден. Угроза стабильна. Помехи в работе орбитальных стабилизаторов подтверждены. Запасные стабилизаторы отключены. Система ожидает ответ системы безопасности. Активировать зажим. Да. Найс скрипты, да, это вот то, что бесит в игре вообще. То, что ты видишь, что, ну, он по-любому на тебя сагрится, но ты не можешь ничего с ним сделать. Потому что, блядь, скрипты пиздатые. Так. Ага, открылась дверь, да? Окей. Бля, крипо опять. Опять сыва нет нигде, сука. Бля, если я сейчас подохну, по новой лазить в этой кишке, но это просто... Рипнуться захочется. В реальной жизни. Так... Спрятаться. Пистос. А где сейф ближайший? Хуй знает вообще где. Ну ж карта не показывает, я не на том этаже. Да, понятно. А нет, есть сейф. Хорошо. Навсегда запомнишь, что это заскриптованный револьвер в игре 2014. Такой кринж был. Ты о чем? Берлен, троса нет. Его давно уже убрали. Что? Погодите. Я попробую использовать платформу техобслуживания. Надо только найти скафандр. Я доберусь. Осторожно, Рипли. Скафандр. Ясно, ясно, ясно. Скафандр. Мы видели скафандр до этого, да? Помните, я говорил, что опять придется... Активация Севастополя. Сейчас я могу сказать только, что система Севастополя работает нормально, что наша орбита над ней над KG-348 стабильна. Спасибо команде буксира. Мы снова работаем. Удачи всем. Выдвинуть внешнюю панель. Добраться до шлюза. Да, мне показалось, как будто чужой здесь вылез где-то. Да, ладно, хоть пока чужого нет еще, реально. Револьвера, который нельзя было поднять с земли, а только... А, да, ты про это-то. Я уже про это забыл, как бы. Ну, типа... Прошло промежуток. О, топливо для огнемета дали. И сколько дали? 50 целых. Вот это щедрость, конечно. Целых 50. Ну, вот зачем дали, собственно говоря. Не, ему вроде как больно от дробовика, но насрать одновременно. Это просто, чтобы, видимо, снять агр и успеть побежать куда-то, да? Причем я совершенно случайно выстрелил. Потому что он у меня был в руках. Найс! Чардж! Просто зачарджился такой сквозь дверь. Прям знал, что я оттуда иду. Эх, блядь. Берлин, троса нет. Его давно уже убрали. Что? Погодите. Я попробую использовать платформу. Замечательно.
Надо только найти скафандр. Я доберусь. Да, выдвинуть. Так, что у нас тут еще есть? Бля, где патроны для активета нашел? Где они лежали? Там, что ли, где-то в начале комнаты? Песа, да, здесь. Без нос, конечно. Андроиды не восприимчивы, но взрыв привлечет их внимание. Максимально лучше... А действует светошумовая граната на чужого, интересно. Просто они у меня есть, как бы. Ну, вообще не должна действовать, по сути. А! Найс! Вы видели, куда она улетела? Хотя я кинул прям в него. Чит за рофл сейчас был. Вместо того, чтобы взорваться, она просто улетела, реально. Да. Ну, он просто сагрился на нее. Так. Я что-то как-то не совсем удачно выкинул. Сука. Ну и говно, а. Так, сейчас опять врубать эту пеку. И опять сейчас игра зависнет, кстати, скорее всего. Сколько там сейфлодов уже было. Не, я думаю, она взорвется при соприкасании. Ну, как бы. Это же логично, логично. Но нет, игра так не работает. К сожалению. Эх, беда, беда. Я попробую использовать платформу техобслуживания. Надо только найти скафандр. Я доберусь. Пам-парам-парам. Так, давайте в этот раз попробуем фаер заобузить. Вперед, котик. Да, да, да. Кинул фаер себе по ноге, пытался сквозь шоу пробежать. Я случайно. Так, в этот раз он опять здесь чаржиться будет? Как в прошлый раз. Бля, смотрите, какое скриптовое говно, да? А, так их тут двое. Красиво, красиво. То есть одного как бы этот самый скидываешь себе. Приходит второй петух, бля. Да. Привет, Шел. Трое, может быть даже трое, я не знаю. Короче, гэнг-бэнг пати какое-то. Ну, это вообще не круто, если честно. This is not cool. Да, еще экран трясет, я сейчас блевану. Погодите, я попробую использовать платформу техобслуживания. Так и двое отгону. Не, уже было их двое просто, ну как бы. Это чисто скриптовый чувак. Он специально вываливается, караската, приходишь сюда. К сожалению. Не, ну у меня есть коктейль Молотова, я могу кинуть в него сразу. А проблема в том, что все равно будет еще один чувачок. Бля, и не засейвишься по новой. Надо ждать. Вот так сделать. А. Чего? То есть он уйдет. Много чужих уже было до конца немного. Ну, много чужих было в этом. Как это называется? В логовых. В улье. Один из них скриптовый, но вот выходишь и сразу вот вылазит, видишь? Ай, чего это было? Смотрите по радару, вон их сколько тут. Почему в этот раз он не на меня побежал, а побежал в этот... Как его? А побежал в люк сверху. То есть как это работает? На основе чего? Скрипт наоборот, да? Чего он испугался в этот раз? Что?
Крип наоборот, блин. Чужой наоборот. Так, теперь осталось, собственно говоря, вылезти отсюда, да? Так, мне, видимо, в ту сторону, да? Окей. Да, а не обратно. Да, вон раз, и второй еще гуляет, пидор. Шел вон. Шел вон, говорю. Все, огнемет закончился. Блять, что надо сделать, скафандр? И тишина. Все, тревога внезапно перестала играть, да? Потому что мы надеваем скафандр. Или мы сейчас увидим чужого. Да, да. Сверху. Ай, господи, какая же тупица. Вместо главного героя. Так, и мы на дне? Так. Яички. Яички. О, нас поймали, лол. Ничего себе. И почему нас не убили? Вот это, что это? Вот это тупость. То есть нас внезапно решили не есть, не убивать. Найс, чё. Прикольно. Замечательно. Нельзя поломать яички? О, нет, можно. Типа, если долго стучать, то можно, походу. Так. Возможно, мы в Ули еще раз вернемся, или это будет новый какой-то. Оставили меня на ужин, так я невкусный. Найс. Чего, блядь? Я просто хотел яички ходить ломать. Так, был чекпоинт, интересно, сейчас? Да, был. Побил яички. Ну, я как бы боец. Да какого хера? Вы видели меня? Телепортало прям к яйцу, чтобы мне на лицо напрыгнуло говно. Пиздец. Да. Тебе не Пасха. А на Пасху разве бьют яйца? Я думал, их красят. Ладно, хорошо, я не буду подходить к яйцам. Так и быть. Я понял намек. Так, слушайте, ну-ка, я хочу кое-что попробовать. Да хватит! Успокойся. Бля, она не хочет кидать фаер, прикиньте. Ну, как бы, да, вы видели физику. Хорошо, значит, не подходите к яичкам, я понял. Бьются яичками на Пасху? Не-не, ты какие-то гейские темы рассказываешь. Я не хочу биться с другими мужиками яйцами друг об друга. Топ-1 песос Ю, он как бы, походу, это у нас. Гей. Так, а второго успел убить? Да, успел. То есть вот этих я успеваю убивать, да? Так, еще один сзади бежит. Здорово. Так. Что-то пиликает много, чуваки. Что-то много слишком пиликает. Так, куда идти-то вообще? В ту сторону, в эту? Так, чего-чего? Патроны для револьвера. Зачем мне тут патроны для револьвера? Вообще. Так, опять срань орёт.
Ну, блядь. Вот, видимо, для чего мне дали патрон для револьвера. Ой, пиздец. Да. Блядь, это все сначала еще проходить. Окей. Хорошо. Скрип не срабатывает. Нельзя убить его, видимо, если он этот... Если он не ползает внизу. Можно убивать только тех, которые ползают по полу. Видимо. Самое смешное, второй лицехват в прошлый раз подождал, пока я убью первого. Мда, мда, мда. Тут ты дропнул игру к слову. Ну, блин, понятно почему. Ты дропнул игру к слову. Мне как бы дают патроны для огнемета, но я не хочу их тратить, потому что они пригодятся на чужом. Так, вообще сейчас не выбирается никакое оружие, кстати. Что? Да, какой-то баг был, оружие не выбиралось. Зачем файеры дают, я не понимаю. Бля, я не успеваю второго убить. Как я в прошлый раз успел это сделать? Ой, пиздец. Так, ладно, хорошо. Я попробую с револьвера их убивать. Все равно бесполезные патроны. Какой-то баг не убирается оружие, прикиньте. Это нажимаю 1, 2, 3, 4. Да, что-то багованная тема, видимо, после огня она как-то закрывается руками. Блять. Пизду этот револьвер, короче. Кал полный. Хотя патроны раздают, можно вязать. Динг. Ой, как она заебала, а. Бля, ща игра еще вылетит опять. Револьвер говно. Да все говно здесь, я не знаю. Один кто дропнет тут. Не, ну я-то уж не буду. Буду стараться не дропать. Что уж прям. Зачем фаеры мне дают, я вот не понимаю. Они фаеров типа боятся или чего? Да нет, им как бы насрать. Я не понимаю просто. Зачем мне дают фаеры-то? То есть нахер они нужны, если они не боятся их совершенно. Или это... Может, мне нужно вставить фаер в жопу и бегать с ним по уровню, знаете? Счастливым таким. Не, ну мне типа дали огнемет. Я не хочу тратить, пригодится ведь потом. Так, окей. Для освещения тогда надо было крест давать. Он и то было бы полезнее, чем фаеры в этой игре, ей-богу. Так, что-то я слышу, что-то пищит. Блять, сзади, сука. Точно. Я забыл, что сзади пидор появляется. У, тварь ебаная. Да, игра начинает бесить в этом моменте, я хз. Пердак горит. Так, давайте перезарядим фонарик. Фар чисто для освещения в темных местах. Если фонарик нет, другого толка от них нет. Ну, чужого откидывать. Не откидывать, а отвлекать.
До конца очень мало, супер много можешь не жалеть, я бы сказал, сегодня добьем. Ну сколько примерно часов? Час, два, три. Если часа три, то я бы лучше на следующий стрим оставил. До 7 утра. Как до 7, до 8 утра сидеть, что ли? Не, надо быть готовым, сейчас опять какая-нибудь срань вылезет. Ой-о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 й
себе. Чего вас так много? Что это зеркраш? Не, если 20 минут, то что-то как-то быстро игра-то заканчивается. Но если ты меня обманул, то как бы кара вечная, как говорится. Так. Причем я не знаю, может быть второго даже... Чего? Что происходит? А, все, рип. Что-то орет как бешеная. Чего? Зачем так кричать? Так можно и чужого призвать. Эта женщина ничему не учится. Когда ты кричишь, ты создаешь шум. На шум приходит чужой. Вот, дядя Богдан на постере. Опять патрон для револьвера. Да что ж такое-то? Зачем? Андроида, может, сейчас появится. Иначе я не знаю, зачем давать патроны. И опять сейвов не было. Главное, чтобы летсплей, по которому ты судил, не был нарезкой. Ах ты пес. Опять фаеры надавали. Я не понимаю эту игру, ну серьезно, чуваки. Лучше бы поставили сейв здесь, ей-богу. О, чекпоинт, да, я смотрю. Да. Действительно, господи. Только бы добраться. Действительно, господи. Так, я правильно иду вообще? Так. А, я чё-то как-то и не заметил, знаете. Что-то на меня поезд едет. Ты на завалище станции падаешь в лифте, я бы не только кричал, но еще обосрался бы. Ну, она же специально там какой-то... Какой-то агент или кто она там, я не знаю. Которого отправили. Не, а пока, да, это был косплей той самой телочки. Которая без головушки осталась. Так, это скрипт? А чё меня убило, я не понял. Бля, ну это скрипт, чуваки. Да. Я выхожу, и он выезжает. То есть они не по расписанию ездят. Кошмар. О-о-о. Кошмар. Кошмарики. Кошмарики. Так. Инженер-механик? Не-не. Её отправили истреблять чужих. Я так верю. Да сколько можно-то уже? Неужели не слышно приближающегося этого? Так, надо аптечку сажать. Опять у нас хп отнимают скриптами. Скриптовыми сценами. Нехорошие люди, редиски, разработчики. Так. Куда нам вообще? Сюда, что ли? Блин, она не вылазит отсюда, чуваки. Отсюда пройти тогда? Да, походу. Да, я надеюсь, что я правильно иду. Так, опять патроны дают. В этот раз для дробовика. Так, в кишку полезем. Полезем, давайте в кишку. Все, кстати, смотрите, чекпоинты появляются. Блять. Я слышал просто лицехват, откуда ты вылез. Ну, пиздос.
Я целился прямо в него, если что. Станция разваливается, по части надо спасаться, наверх. Давайте кататься на поездах. Ну, мне кажется, они просто пытаются выбраться. На самом деле. Это же поезда такие. Так, минус 2. И сколько еще здесь есть их? И че вообще сюда залез? Блять, еще один ползет. Тварь. Етит, сколько их там! Тут целый выводок. Не, мне кажется, лицехвата опаснее. Так, опять падаем? Бля, я думал, мы опять падаем, типа. Идем на дно. Эй. Что происходит? Че сейчас было? Че за ор был сейчас? Типа, че она заорала-то? Что за срань? Багуля? Что с этой игрой не так? Я типа упасть должен был? Да, она опять упала. О, кровища. Кровища это при... Аптека. Аптеку, да. Так, я слышу. Пошел вон. Так, чего делать? Что делать? Что делать? Куда? Залезть. Все, полезли. Да. Просто миллион багов в этой игре на самом деле. Так, давайте аптеку сожрем. Да, я ничего не вижу в этом графене. О, я горю! Летит, я горю! Что, какого хера? Какого хера я загорелся? Я не был рядом с источником огня. Чего, блядь? Блядь, что с этой игрой не так? Пиздец. Я не был рядом с источником огня. Я пытался в люк залезть. Чего? Блять, охуенно, чуваки. Просто охуенно. Просто охуенно. Блять. Какая пиздатая игра. Пощадите. Бля, кто не понял, это вот такой сейф. Я нажимаю последний сейф, и как бы я труп. Плохая концовка. Inner Fire называется, внутренний огонь. Вот, вот. Система сейвов, если что, тут. Ты попал в чистилище. Я стал Ashen One. Да, Ashen One только наоборот, как из третьего Dark Souls. Не горящий. Придется предыдущее сохранение грузить. Делать. Бля, ну багов в игре просто миллион. Так, что за сейф-то вообще? Вернуться к шлюзу? Я правильно? Но... О, это опять же этот момент. Да, ну ладно. Так, еще второй будет. Да. Это я запомнил. Говнота, блин. Не знаю, какой-то баг с лестницей, баг с тем, то, что я, во-первых, сначала загорелся, непонятно как. Так, ну что дальше? Потом то, что я засейвился горящим, без хп. Я не понимаю, почему я спускаюсь вниз, когда тут некуда спускаться. То есть, что это за момент тоже в игре? Что-то, мне кажется, тут не так работает, если честно. Сохранился на 1 кп, а там угарный газ? Нет, я как бы загорелся. Скорее всего. Вот в чем проблема. Так, тут сейчас будет пидор. Полезли.
отвечайте! То ж ХП у меня вот сейчас не отнимается. Понемножку, скорее всего. Так, можно засейвиться? Я сейчас. 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 Иду. Скафандр. Вот и скафандр. Вот чекпоинт, кстати. Да просто чекпоинт криво работает. Так не должно работать. Игра должна проверять. Все время чекпоинта у тебя ХП отнимается или нет. И просто не сейвить тогда тебя. Лучше бы оно не засейвило, ей-богу, и все. Меньше проблем было бы. Чем так криво. Так, и чего, опять космос? Дверь заперта. Или мы просто, чтобы от газа спастись. Так, ну-ка, там карту можно, по-моему, обновить. Да, обновить карту. Падает на газу гигант, нужно добраться до Тонуса и улететь на нем. Да, походу в космос выходим. Но как мы знаем, чужой как бы хер клал. Так что ему вполне норм тут использовать. Так. Но мы единственные, кто спасемся отсюда, если еще спасемся. Все, конец, да? Так, я вижу, там что-то летает. Разные всякие элементы. Непонятные какие-то. Сраные. Я думал, игра-то подлиннее, если это концовка. А там мы довольно быстро ее прошли. Не за 18 часов. Еще DLC потом проходить. Но DLC это на потом. Тут DLC аж 3 штуки, да, по-моему? Там непонятно, какие сюжетные. Но там за Рипли есть одно. DLC не сюжетный, разве? Как не сюжетный, если за Рипли играешь? Посмотрим потом сейчас. Так, залезть. Хорошо. Блин, опять идем пешком наверх. Попробуй на отдельный Найтмер и быстро возьмешь свое самое время проблем назад. Нет, ну я... Понятно, я не про хард. На нормале написано было, что игра 18 часов плюс. Че люди здесь 18 часов плюс тогда делали вопрос? Так. Понятно, что на харде игра очень сложная. Я не спорю. Два механизма, она говорит. Я вижу вот. Раз и два. О, здорово. Механизмы. Как бы вон гуляют. Механизм один. Так. Подготовить отпускные механизмы. Но кнопок никаких нет. Закрыто. Если что. А, или здесь, с другой стороны. Типа я не успел, сейчас у меня чужой съест. Или чего? Что произойдет? Потому что я видел чужого, который тусуется сзади. Вон он, ждет. Но не идет на нас почему-то странно. Он хочет запрыгнуть на корабль, наверное, я так понимаю, да? Это умный чужой, который хочет размножаться, а не просто убивать и устанавливать все игры. Как гопник на картах? Да не, он, походу, запрыгнет на корабль, наверное. Но это будет банальщиной. Чужой хочет свалить вместе с собой. Да, я же и говорю.
хочет вместе с нами убежать. Так, нажимаем на все кнопки. Просто все тумблеры. Это похоже на колонки. Это как его? Бас-система. Так, что-то закручиваем. Вот так. Что? Что она сделала? Блин, мне еще в нужном порядке нужно что-то активировать. Я надеюсь, что нет. А то я как-то уже сморкаю. А то я уже сморк. Открываешь эту штуку, а там басбустит Димон. Да, причем в космосе. Так, что она делает вообще? Цилиндр выдвигает, там у него кнопка, так в фильме было, а... Ну да, я не эксперт фильмов. Вынужден отметить. Наполняет бидон молоком. Веселая молочница. Как бы звучит не очень, да? Так, и чего? А, просто катсцена идет, мне ничего не надо нажимать. Так, два чужих уже. Три чужих, по-моему. Да. Но это очень смешно было. Как они такие подождали, прежде чем атаковать. Рухнула на планету, да? Заставка 1995 года. Ну а что, деньги остались в конце игры? А, Верлен, все-таки еще... Так. Все-таки игра еще сюжетно не закончилась, да? Так, что такое? Встретить Верлен на мостике. И сейчас какой-то неожиданный сюжетный поворот. В стиле, что Верлен это... Это андроид. Или мы, окажется, там заражены, типа. Так, где скафандр-то снять, сраный? Здесь? Или чего? Нет. Хм... Потому что в скафандре не очень кайфово ходить. Так. Ну, здесь вроде как ничего интересного. Так что идем дальше. Так. А что-то как-то нас никто не встречает, знаете, такие типа там... О, Рипли, там, не знаю, привет, ты спаслась. Как будто всем насрать просто... Так. Скафандр бы снять, нет? Не хочешь? Что-то она не хочет скафандр снимать. Интересно. Так, я на всякий случай все проверю, знаете. Вдруг там что-то интересное будет. Или та самая записка, которую я ищу всю игру. Нажать на кнопку. Здорово. Перемещение вниз. Ну, я нажал, да. QTE. Перемещение вниз. Хорошо. Кукусики. Перемещение вниз. Так. Перемещение влево, да. Вот это QTE, чуваки. Перемещение вправо. Е использовать. О, господи. В итоге, короче, мы как мамаши, да, будем в спасательной капсуле? А, нет, даже не в спасательной капсуле.
То есть, смотрите, настолько они жиды, они даже не стали делать анимацию того, как она, типа, отстыковалась в этом корабле. Где Верлен вообще? Да чё за... Что происходит? Или это ей снится говнище, она просто, короче, ремонтировала станцию? Что, блядь? Зашибись. Посвящено, короче, нашему другу и коллеге Саймону Франко, который погиб в 2014 году. Разобыла жили кота ради этой катсцены. Так. Там, говорит, Рипли. Можно это скипнуть, да. Поэтому не жалеешь о дропе. Так это просто экономия чисто. Ну, это смешно, а концовка, конечно. Не знаю, может быть, это такая отсылка к фильму. Команда смертников. Что за DLC? Даже не написано, что за DLC, что она делает. Да. Не знаю. Видимо, у людей реально деньги закончились в конце. Какая-то тварюга. Огромная, как. Ну да, ты играешь просто за чуваков рандомных. Да, воздуховой потащила. Меня больше волнует, что она шарится тут по вентиляции. Мы это используем. Заманиваем. Да, вон Рипли сидит сама. Вентиляции прямиком в шлюз. И кто будет приманкой? Так вот же сюжетный DLC. Эллен. Черный парень становится приманкой, да? Даллас. Даллас же андроид, да, по-моему? Так, ну давай, давайте, пусть будет черный парень приманкой. Я полезу. Да, да. Ты заманишь существо в главную шахту. Фан-сервис, ну такой, да. Бьешь, откроет шлюз. Запри люки техобслуживания. Через них мы с Ламберт и Рипли будем следить за перемещениями тварей. Ну все, поехали. Фильм, первый фильм в виде игры? Ты про DLC? В итоге получается сама оригинальная игра в виде фильма почти. То есть ничего нового вообще нет, хотя это про дочку, казалось бы. Ты чё, сидишь как аутист? Это она кашляет? Это она так кашляет? Блин, слушайте, она чревовещатель, походу. Ну, игра, конечно, дешевая, как бы, сразу видно, да? Я говорю, экономия на всем вообще. На катсценах. На... Блин, нас достало кашлять. На всем, короче, видно, что экономия. Станция повторяется. Ну ладно, я не буду сейчас в любом случае DLC играть. Вообще не знаю, буду ли. Есть ли смысл в этом. Графика сама-то очень... Так ее не видно нигде. Тут толком персонажей нет, чтобы рассмотреть. Последний выживший. Ну, просто посмотрим, что это DLC вообще. Про что. А концовка расстраивает очень сильно. Очень сильно расстраивает. Все дикие на Кутые ушли. Да, Кутые в конце просто поражает воображение. Так, это тоже про какие-то старые события 2037 года. Потому что в самой игре там 2100 какой-то уже, 2040-й. Попробуем спастись в челноке. Хорошо. Нам нужен хладагент для вентиляционной системы. Тоже, что ли, за Эллен играешь? Паркер. Да, челнок опять готов. Паркер. Вы хладагент достали? Это просто реально, это первый фильм, короче, я так понимаю. Распиленные на куски, да? Понятно. Так, ну-ка. И режим выживший, испытания. Игра в режиме выживший до завершения основной кампании может испортить впечатление от игры. А, ну это, короче, понятно все. Это вторая часть по первому фильму, да, да. Ну, короче, если бы игра была на 7-8 часов, поменьше стелса, чуть-чуть больше экшена, то была бы довольно прикольная, но концовка все равно лютая говнище, я хз. Конечно, концовка просто наитупейший, я бы сказал. Ну, то есть, даже не, они настолько обленились,
Что даже не сделали ролик, говорю, как она там отстыковывается из корабля. Ну, это пушка. Но я в DLC, наверное, уже вряд ли буду играть. Не только если совсем захочется. По сути, вряд ли там что-то поменяется. То же самое, наверное. Геймплей. Ничего нового. Ладно, дамы и господа. Довольно быстро мы прошли в итоге. Так, сколько там был? 5, ну почти 6 часов первый стрим был. 5 часов был второй. И сейчас 4,5. То есть не 18 все-таки часов. Чужой. Чем-то Resident 7 напомнил... Нет, Резик 7 все время был зашибенный, как бы. Все в порядке. Все отлично. А тут какое-то говнецо в конце совсем. Да и геймплей в конце, видели, да, какой был? Уже начинал надоедать. Такие дела. Ладно, дамы и господа, спасибо, что заходили. Увидимся в следующий раз на чем-нибудь. Возможно, на Неохе. Возможно. А может быть и нет. Посмотрим, как пойдет. Ладно, все. Всем пока. Удачи.